Всем привет, ребят, с вами снова Хик, и сейчас не 5 часов утра, как могло бы показаться, но я решил продолжить это дело, раз я уже взялся, так сказать, всеми руками и ногами за эту идею, я решил ее продолжить и в GTA Vice City, почему нет? Под предыдущим роликом вы набрали очень много лайков и просмотров, и я посмотрел, что вам это понравилось, и я решил повторить это и в GTA Vice City. Что будет, если ввести все чит-коды, которые есть в игре, в GTA Vice City. Что случится с этим миром прекрасным, этим прототипом некого Майами или что-то типа того. Специально для этого я сейчас как раз таки направляюсь к нашему вертолету, заодно покажу некий лайфхак, как добыть быстренько вертолет, если вам он вдруг нужен в этой игре. И встану на какую-нибудь крышу, так как есть некоторые читы, которые позволяют убить Томми, те же самые прохожие с оружием или прохожие начинают вас бить, то есть это все очень опасно. И нам наш Томми должен быть в безопасности как раз таки в этот самый момент, когда этот чит придет в действие. Приезжаем на этот маленький островочек, где есть киностудия, где есть такой вот забор, который нам типа якобы не одолеть. Но нет, мы такие, оп, Томми, бля. Есть такой маленький забор, который нам якобы не преодолеть, но нет. Все так очень просто в этой игре. И проходим сквозь текстуры под мостом и пробегаем дальше. Обычно тут должен Томми выпрыгивать, но, видимо, этого не случилось. Но ничего страшного, можно дальше продолжить свой путь. Вот по этому бездонному мосту, стало быть. И падаем в небытие! И что происходит, что происходит? Нажимаем пробел, чтобы Томми... Ага, очухался. Все, зашибись. И, о чудо! Здесь вертолет! Где ты, покажись? Во! Пожалуйста, изи-пизи. Специально занял такое здание, чтобы не было слишком высоко, чтобы мы увидели вообще, что происходит с окружающим миром. Вот прям где-то здесь встанем. Надеюсь, меня не заденут всякие разные штучки-дрючки. Но мы с вами начинаем. Приятного просмотра. Будем наблюдать, как будет меняться этот мир. Также хочу напомнить, что я не ввожу чит-коды, которые спавнят транспорт. То есть они ни к чему, они никак не влияют на процесс игры. Просто супер! Так, ребятушки, все, я ввел все 31 код, даже, наверное, 32, скорее всего. То есть, сами посчитайте, сколько это было. Как вот наш мир поменялся, видим, что счетчик времени теперь очень ускорен. Так, и вроде как у нас сигарета появилась. Наш Томми стал худой, кстати, кто не заметил, вот во время перевоплощения. Тут есть такой чит-код, который позволяет ему очень жестко похудеть, нашему Томми. Но это уже не Томми. Также есть чит-код, который меняет скин. Также с гравитацией что-то случилось. Туман, как мы видим, ну, после всех измененных погод, которые я вводил, остался туман, пускай так и будет. Также нас все хотят убить теперь. Ну, как обычно, знаете, в городе, как обычно, хаос происходит, каждый друг друга хочет поубивать. И, знаете, что я хочу попробовать? Я хочу попробовать пройти хотя бы одну миссию, как мы видим, так же, как и в GTA Vice City, транспорт, остались только от него одни колеса. И я хочу что-то, блин, ухавать себе. О, бабуська убила себе кого-то. Хорошо, я хочу ухавать себе какой-нибудь уже. И все за мной бегут. А что будет, если я остановлюсь? Ага. А, они держатся между собой. И почему... Ну да, негры хотят меня убить, а девушки меня хотят защищать, наоборот, скорее всего. Падла! Сама бэч. Хорош, мочи его! Отлично, мои девочки стараются, мои девочки умницы. Хороши. Так, а что будет, если я позволю им сесть? Come on, bitch. Thank you very much. Так, я хочу пройти одну миссию, ну, по стандарту вообще, повлияли ли читы как-то на игровой процесс, то есть, возможно ли в таком вот состоянии пройти вообще эту игру GTA Vice City. Сейчас и узнаем.
Ну, первая миссия, как мы знаем, это просто зайти на чекпоинт, нас все атакуют, это уже не то, мне такой там, кстати, мент мне выпал. Кстати, скин был рандомный совершенно, то есть этот чит-код называется рандомный скин. То есть совершенно любой могли дать. Есть, конечно же, которые меняют именно кардинально, то есть на какие-то определенные, кстати, я их не вводил. То есть скин Диаза, скин Лэнса, то есть он никак абсолютно не влияет на окружающую среду, но тем не менее... Интересно, в касцене будет скин Мента или скин Томми все-таки? Мне кажется, Томми будет. Минуточку. Томми! Давай, давай, покажи нам, пожалуйста, касцену. Ну, короче, он говорит, мы здесь... А, ну да, Томми, окей, хорошо. Ну, это понятно, потому что касцены уже не подготовлены под персонажей определенных. Так, окей! Окей! У нас появилась миссия адвоката, Кена Розенберга. Теперь мы пойдем к нему. О, смотрите, опять, кстати, потемнело. А, это или просто погода изменилась, вот что интересно. Это из-за читов как-то? Или все же... Ах, погода-то меняет, смотрите, прямо на глазах. А, это из-за того, что время быстро летит, скорее всего. Смотрите, просто невероятно быстро летит время. Это офигеть. Как необычно в таких условиях проходить GTA. Ну, пройдем первую миссию и там посмотрим, что будет. Ой-ой. Немножко стрёмно играть, когда пытаются тебя убить весь город. Но они тоже между собой также воюют. Но все равно, немножко стрёмно. Я хочу тачку урвать, потому что там у них вроде как тоже изменено управление. То есть оно какое-то вообще прям экстренное. Ну-ка, давайте посмотрим, что будет, если я сейчас вот сяду вот эту тачку непристойную. Хотя вроде обычное управление, по-моему. Ну да, вот, о, вот видите, какой рывок, резкий рывок. Хотя тачка-то вроде не такая. То есть она какая-то резче стала, будто бы на поворотах вот именно. Оп, видите, ну что за тачка так поворачивает? Да никакая. Интересно, что будет с Томми, если он переоденется? Скин изменится? О, найс байк. С сигаретой. С женской какой-то. А, what the fuck? А байки не изменились? Ну, правильно, чит-код-то называется только машины. От машин остается только колеса, а про байки речь не шла. Давайте посмотрим. Так, ребятушки, экстренное включение. Как видим, у меня просто вылетела игра вот с неизвестной такой ошибкой. И видите, слышите этот звук? Вот это я как раз на байке проезжал. И все, игра просто зависла с такой вот ошибкой. Не знаю, что происходит, но... Хочу вам сказать всем спасибо за просмотр. Видимо, игру нельзя пройти при таких условиях. Или просто это какая-то ошибка, которая вот вылезает раз в полгода. А так-то у меня Steam-версия и никаких пираток. Я не знаю, что случилось, но вот как-то вот так вот отреагировала игра. Я очень буду вам благодарен за лайк, за подписку, за комментарий. И вообще, такого вы ожидали или нет? И что вам больше понравилось? Какой мир с читами лучше? GTA Vice City или GTA San Andreas? Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А с вами был Хик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Вот такая вот сложилась ситуация. Интересно достаточно-таки. А что будет, если я нажму ОК? Ну да, игра просто. Вот, прекращение работы GTA Vice City. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Windows 10, тебе привет. Возможно, это из-за винды. Всем удачи, всем пока.